Привет, ребятки, давайте еще раз берем адрес тег. Давайте, адрес тег. Ну, адрес тег тут обычно между адрес тег пишется контактная информация. Допустим, там какой-то город, там Урюпинск. Автор там, допустим, какой-то Пупкин. Допустим, Вася. Урюпинск. Ну, перед адрес и после адрес ставится br. Ну, а браузер обычно ставит парабель, ну, переносит строк. И этот выводит курсивом. Давайте посмотрим, выведет курсивом или нет. Да, видите, автор Вася Пупкин, город Урюпинск. Ну, вот если вот это вот будет в теге P находиться. Ну, перенос строк он ставит. Видите, перенесло. Так бы, если бы это просто текст был, он сюда бы добавил. То есть перенос строк добавляет впереди и сзади. Вот оно, автор. А, да, тут внутри не добавляет. Поэтому тут надо, конечно же, ставить br. И смотрим сейчас. Видите? Ну и можно еще сюда поставить, чтобы было более красивее. Вот так. Так, что за фигня? Мало, наверное. Давайте больше попробуем. Два БРки. Да, эти два БРки сработало. А ну-ка, один. Ну, в общем, два БР добавляем сюда и вот так вот. Вот так вот адрес в это добавляется. Адрес тег можете использовать для вывода контактной информации.